Специально к Новому году в Центральной детской библиотеке округа принимают поделки, которые посвящены этому празднику. Конкурс называется «Сделано волшебниками». Мероприятие проводят уже в 10-й раз для учащихся школ с 1 по 9 класс, детских садов и центров творчества. Цель – развить у ребят художественные способности. В этом году у нас мы расширили немножко наш конкурс и сделали 3 номинации. Это дракоша – символ года, потому что 2024 год – год дракона. Новогодний сюрприз. И третья номинация – неожиданно. То есть отдали эту номинацию на откуп самих ребят, полету их фантазии, что хотят, пусть и делают, но с новогодней тематикой. Все работы должны быть сделаны без участия родителей и воспитателей. Допустимая величина – высота 15 сантиметров, а основание – 20. Поделки большого размера, сделанные из фабричных заготовок, не примут. Конкурс продлится до 26 ноября. Лучшую работу выберут жюри. Мы оставили такую маленькую лазейку для жюри, которые могут при оценке, при выявлении победителей вести какие-то новые номинации. Желающие поучаствовать в новогоднем конкурсе уже нашлись. Я хочу поучаствовать в этом конкурсе. Я люблю делать поделки. Победителей наградят дипломами и подарками в торжественной обстановке. Праздничное мероприятие состоится здесь же, 15 декабря. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.